Например, гитаристы, уважающие себя, наверняка ухаживают за своими гитарками, за своими инструментами. И, конечно, часто, постоянно, периодически меняют струны и пропитывают накладку чем? Правильно, лимонным маслом. А лимонное масло где? А ни у кого его нет. А у нас оно есть, друзья. В нашем шоуруме мы закупили все, что можно было закупить. Поэтому приходите, его у нас много. Его пока что на всех хватит. Но если не поторопиться, его все могут разобрать. Поэтому, друзья, любите свои инструменты, ухаживайте за ними. Часто, периодично меняйте струны, пропитывайте накладку и, в принципе, просто чистите его, любите. Цены на лимонное масло, маленький фурик, ну как маленький, его хватит там на год использования, стоит всего 400 рублей. Пойдемте, я вам сейчас это все дело покажу. Спрашивают, какие цены. А цены на что? На лимонное масло, как я уже озвучил, оно стоит 400 рублей. Вот у нас его богатый ассортимент. Также большой ассортимент средств для чистки от Dunlop. Например, многие спрашивали, у нас какое-то время не было его в наличии. Кондиционер для струн от компании Dunlop. Вот, берете вот этот вот очиститель, к нему в комплекте вот этот кондиционер, наносите его и протираете струны, и это обеспечит вашим струнам долгую, безбедную жизнь, яркую. Вот, также есть вот этот вот замечательный фурик зеленый, это крем паста Карнаубы, она очень хорошо убирает микроцарапины различные и шикарно полирует поверхность. Если у вас есть механический круг, вот этот, да, который надевается на дрель, то можно просто нанести несколько капель на инструмент и тщательно зашлифовать, и глядя в вашу гитару, можно будет бриться, потому что она будет сиять и сверкать, все мелкие царапины сойдут на нет. Ну, а для тех, кто хочет сразу и много, и чтобы не заморачиваться по одной покупке, если нету чего, царапин на инструменте. Вот, ребят, смотрите, прям вообще полный фарш в одном, машинка. А при чем здесь машинка? Если нету машинки, если есть машинка, я не понимаю, о чем сейчас идет речь. Чистящие средства подходят для любых... нету машинки, господи. Можно взять тряпочку и тщательно так быстренько так нагревая поверхность, и все будет блестеть. То есть, смотрите, сначала первый этап для корпуса делаем пастой Карнауба. Там, кстати, в комплекте в этом в наборе есть тряпочки из микрофибры от Dunlop фирмовые. Вот, берем сперва по корпусу вот эту зелененькую бутылочку пасту Карнауба. Наносим несколько точек на корпус. Тщательно тряпочкой это дело все полируем. Опа, блестит. Потом для закрепления, конечно, лучше снять все железные части, там тюнаматик, вот эту всю трихомудину, приблуду, потому что, чтобы просто не забивалось и удобнее было шлифовать и полировать. Потом берем вот этот вот клинер, и уже финальная полировочка идет, защитная пленочка образуется и прям блестит, вообще, что бриться можно было. Вот этот синенький фурик, как я уже говорил, это кондиционер для струн. Можно просто его на тряпочку, на такую же, только не на ту же самую, которой полировали корпус, да? Ну или на другой его конец. И тоже этой тряпочкой по стрункам возюк.
Струнки очищаются от жира, да, когда мы их играем, у нас на пальчиках вот этот жир весь такой скапливается, скапливается. А вот это вот замечательное средство, оно чистит его. Леха к нам присоединился. Здорово, Леха! Здорово! Смотри, а я тут пацанам рассказываю, видишь, какую тему. Вот, и мы, значит, струнки такие протираем. А что вот это такое? А это для накладки грифа. Когда струнки уже совсем не протираются, уже глухие, грязные, ржавые, все совсем. Ну, конечно, до такого не надо доводить, но тем не менее. Мы их просто откусываем кусачками, все нафиг выкидываем в мусорное ведро. Достаем вот этот вот номер один из коробки. Наносим его, значит, такой на накладку. А он там на спирту такой пахнет, ну спиртом пахнет, да? И мы им так эту накладочку чика-чика-чика, тоже можно тряпочкой, можно зубную щеточку взять между ладами, так это тоже чика-чика-чика-чика, все почистили. С тряпочкой, зубной щеточкой накладка такая вся подсохла, и весь жир с нее ушел, она отлично расщепляет жир и все вычищает. А потом, чтобы накладка не пересохла, берем средство 0,2 и 0,2 такой пшик-пшик-пшик-пшик, попшикали. Все это вытерли, и оно такое сразу заблестело, пропиталось, стало влажное такое, влажное, мокрое, понимаешь? И играть очень удобно, и хорошо, и замечательно. Вот. Вот так, друзья. И все эти средства, опять-таки, в одной коробке. А, такой комплект у нас стоит немного, не мало, 3200 рублей. Если у вас есть скидочные карты музыкантов Москвы или наши дизгайские крабовые карты, конечно, он для вас будет стоить дешевле. Ну, смотрите, ребят, здесь целых 5 банок и целых 2 комплекта чистящих микрофибровых салфеток от Dunlop. То есть вот это все, вот это купили и на несколько лет забыли напрочь о каких-то заморочках по покупке каких-то тем. Да, если... Кто-то идет на день рождения к другу гитаристу или там на Новый год. Думаете, что бы ему подарить, чтобы ему было приятно, чтобы мне тоже было приятно. И прям покупаете вот эту штуку. А сегодня пятница, дорогой! Пятница и всех, друзья! Вот! И в честь пятницы покупаете вот эту штуку, идете к другу гитаристу. У него уже дома пузырь вискаря там или певчанское есть, или что вы там употребляете, чай пьете. Пуэр там или обычный индийский со слоном. И, значит, приходите к нему в гости, заходите, говорите, здравствуй, дорогой, вот тебе, пожалуйста, вот эта штука для твой инструмент. Он говорит, слушай, присаживайся, дорогой Джан, и вы с ним пьете чай.